Привет. Часто задают вопрос о том, как настроить 6 плетных режимов с помощью вот этих вот тумблеров. Покажу, как это делается. Делается это с помощью логических свечей и специальных функций. Логика следующая. Логический свитч, по сути, это некая переменная, которая будет действительно, когда выполняются определенные действия. То есть нужно настроить 6 логических свитчей, которые будут отображать вот эти вот все состояния вот этих вот тумблеров. Первый логический свитч — это у меня функция i. И он будет активен, когда первый тумблер будет в положении вверх. И второй тумблер тоже в положении вверх. Вот, это у меня первый логический свитч. Далее, чтобы я упростить себе жизнь, копирую этот логический свитч и вставляю его. Второй у меня будет истинный, когда правый тумблер вверху, а вот первый в центральном положении. Все, это у меня второй логический свитч. Вставляю третий, жму Edit и первый меняю на положение низ. Все. Теперь, когда я щелкаю левым тумблером, у меня логические свитчи по очереди меняются. Первый, второй, третий. Аналогично поступаю с четвертым. Жму Past. Edit. И тут получается первый вверху, а вот второй в центральном положении. Это у меня четвертый логический свитч. Я его копирую, вставляю, потому что сейчас будет меняться снова первый логический свитч. А второй будет не меняться. Так, пятый я редактирую. Пятый тумблер по центру левый. Вставляю. Edit. И... Ага, вот так вот. Итого у меня получилось 6 логических свитчей. И теперь, когда я переключаю, я имею 6 положений. Вот так вот. Они прыгают. И я еще делаю третий логический свитч. И ставлю функцию i. И он у меня активен, когда выполняются оба условия. То есть, когда и первое условие SD в нижнем положении, и второе SD в нижнем положении. Вот. Таким образом, я имею 7 логических свитчей. Первые 6 это для 6 полетных режимов, а третий это для возврата домой экстренного. То есть, чтобы не искать на аппаратуре никакие тумблеры, я просто щелкаю правый тумблер до самого низу и активирую возврат домой. Так я не занимаю лишние каналы драгоценные в ардупилоте. Готово. Когда логические свитчи настроены, можно перейти и нужно перейти к специальным функциям. Что здесь делается? Здесь делается следующее. Выбирается наш логический свитч. L1. Функция будет overrate, выбирается канал, который ответственен за полетный режим. В коптере это 5, и в самолете по умолчанию 8. Все это дело можно поменять в конфиге автопилота. Если оставлять все по умолчанию, то, соответственно, для квада это 5 канал. И ставится значение, которое будет принимать вот этот канал, когда активен логический свитч первый. Опытным путем это означает 98. Также можно скопировать и размножить. Past. 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 Хорошо, я их размножил. И теперь просто корректирую то значение сигнала, которое будет в пятом канале при наступлении определенных этих самых логических свитчей.
То есть первый будет это минус 94. Галочка означает, что это специальная функция активна. Далее. Этот будет... Блин. Я выбираю логический switch 2. И значение сигнала минус 38. То есть когда вы будете вот эти вот крутить цифры в этой колонке, где вот там 94, 38... Вы будете видеть, как меняется уровень сигнала на пятом канале, который ответственен за полетный режим. Третий. Значение минус 16. Если на вашей аппаратуре это не так, то нужно просто подобрать методом тыка вот эти вот значения, чтобы уровень сигнала попадал в тот диапазон, который ответственен за вот этот самый полетный режим. То есть 6 полетных режимов, 6 диапазонов газа. 6 диапазонов сигнала. 7. Так, перемотал. Попадает там вообще? Попадает. Опять же, извиняюсь, если маленько в расфокусе. Снимаю на GoPro-шку. Камеру, к сожалению, не получилось достать сегодня. Но надеюсь, картинка будет сносная. По крайней мере, я надеюсь, вы будете понимать суть происходящего тут на видео. Стараюсь максимально подробно все это проговаривать. И 97. Так, получается логика следующая. Когда эти переключатели 2 в верхнем положении, активен первый логический свитч и вот такой уровень сигнала. Теперь, когда верхний переключаю, тумблер левый, верхний левый, активен второй логический свитч и уровень сигнала меняется, соответственно, на минус 38. Левый тумблер вниз, третий логический свитч и третий уровень сигнала. Далее я переключаю правый тумблер. Активируется шестой логический свитч, который меняет уровень сигнала. Далее идет переключение вот этим длинным тумблером. Активируется пятый логический свитч и четвертый логический свитч. Таким образом, получается 6 полетных режимов на двух тумблерах. И также, независимо от положения вот этого тумблера, когда вот этот тумблер идет в самый низ, активируется седьмой логический свитч. И вот на этом уровне сигнала, который соответствует седьмому логическому свитчу, у меня стоит режим RTL. Таким образом, я могу, не глядя на аппаратуру, не щупая аппаратуру, на полном автомате включить RTL, когда мне это потребуется. Вы можете сказать, что зачем эти тумблеры, как бы у меня аппаратура старая, говно, да, выкинь ее, купи радиомастер там Т-16, который с этими с куриными лапками или с точками. Но что я вам скажу? В экстренной ситуации тумблеры, они решают. То есть, пока вы там будете щупать в экстренной ситуации какой-то вам тумблер нажать, вот этот вот, у меня настроены полетные режимы так, что я могу абсолютно автоматически на полном автомате включить нужный полетный режим. То есть, старт в режиме FBV, допустим, да. Левый тумблер донизу, допустим, у меня это мануальный режим какой-то нештатной ситуации. А этот тумблер донизу в режим RTL. То есть я как бы готов практически к любой нештатной ситуации. Поэтому даже если у вас там куриные лапки имеются на аппаратуре, имеет смысл настроить именно все-таки переключение через тумблеры. Но если вам удобно переключать на полетные лапки, никто этого не запрещает. У нас демократия, все мы люди свободные, мы вправе выбирать. Ну, а меня часто спрашивали, как настроить с помощью тумблеров. И, пожалуйста, вот это видео. Если это видео было полезно, как всегда, ставь лайк, подписывайся на канал. Спасибо за просмотр. Пока-пока.